Так, и всем привет, с вами Шрейда. И сейчас я попробую маленько потащить. Чего пугаешь? Так, ну что, как вам что делать? Так, играя... Ой-ой-ой, а кто это у нас тут застройщик криво делает? Сука! Ебать ты л... Понятно. Союзника утюга. Он сейчас в сосай-блоке сидит. Вот в абсолютном лютом сосай-блоке. Ясно все с тобой. Что мне с тобой делать таким утюгой? СМ готов. Я не знаю. Чуть-чуть, кажется, не тайминговый у меня получится. ТСМ готов! Второй командный центр. Да, уже вот 400 у меня есть. Что стряслось? Давай газик сделаем. Что происходит? Эй, ты что тут делаешь? Ты пидорас. Тебе отвечает, ты петух. Что там делаешь? Это мое место. Есть недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, тоже ж нигде запрыгнуть нельзя. Нельзя. Славно. Требуются дополнительные хранилища. Хранилки. Еще доп. Хранилки. Больше доп. Хранилок. Точняк. Блин, я получается с краю тут. Это нехорошо. Это падал там сидит в уголке. А мне страдать. Выкладывай. Прочь сука. С дороги! СМ готов! Кого подлатать? Просто сука. Я слышу, доделался уже. Недостаточно виспер. СМ готов! Недостаточно, все тебе достаточно. Будет. Ты просто врёшь. Недостаточно минералов. Давай, не ври. Недостаточно минералов. Достаточно тебе всего. Недостаточно СМ готов! Маринад. Так, сейчас у меня газа слишком много становится, но ничего. А? ТСМ готов! Недостаточно минералов. Как ты вообще коряво, по-моему, посканил? Кто на новенького? Так корявенько. Недостаточно минералов. Так, минералов мало. ТСМ готов! Тут делаем. Так, сейчас мне срочно порядка нужны турели. Завершена. Ракетные. Как скажешь. ТСМ готов. Недостаточно минералов. Потому что задолбали эти пираты. Стоп, стоп, стоп. Я ж... Ой, бля. А? Недостаточно минералов. Это я туплю, конечно. Недостаточно минералов. Да, наверное, все-таки буду за Терна играть, они мне как-то ближе. Хоть они и скучнее, но ближе. Недостаточно минералов. Пристройка завершена. Точняк. Недостаточно минералов. Ага. Так вот. Недостаточно минералов. Так, с турелями разобрались. Больше ко мне никто не подойдет никогда. Это делаем. Бля... готов. Что я сделал? Готов. Ладно. Это такой маленький буст мне будет. Как у меня горит очаг. Два либера. Здесь вверх с той что стороны происходит? Будет сидеть, ждать меня. Пристройка завершена. Не-не. То же самое. Недостаточно виспена. Так, и виспена. Ой-ой-ой, доп. Хранилочки. Вот я про них думал, но у меня минералов было мало. А сейчас у меня... Время действовать. Ух, не... Ух, я какой прогеймер. Взял, заранее поставил. Ну ничего себе. Вот это я про. К бою готово. Блин, бодай про.
Недостаточно виспена. Так, газик кончается. Мне нужно больше газика. Тем временем переходим чуть в маринад. Еще один. Я раскладываем. Третье. Сейчас рванет. Та самая херня. Недостаточно минерал. К трудовым подвигам готов. Недостаточно виспена. Славно. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Пошло, поехало. Слушаю. Подождите-ка тут, мне нужно раскачать газики. Что стряслось? Так. Брось дороги! Что тут у нас? Ага. ТСМ готов! Полный вперед! Угу. Недостаточно виспена. Так, недостаточно, ладно, медивак. Говорите! Сейчас мы ему устроим. Трудовым подвигом готово. Ага, понятно. Отправляюсь на позицию. Не видел. Легко. У тебя тут что-то будет уже раскачано. Запускаю двигатели. Бегом, марш! Ну вообще за пошло, тракана. Поехало. Ну нахуй. Я тебе тут личинки поубиваю. Завершена. Пока. Легко. К трудовым подвигам. Бегом, марш! Кстати, еще личинки поубиваю. Месторождение минералов. Пошло, поехало. Вот так. Запускаю ты. Я очень не люблю зеркал. Опять. А? Вот это вообще. Ага. А? Чего пугать? Того позлодать. Выкладывай. Вижу все по-другому. Как скажете? Так, что там
Меня прёт на эту песню, не пойму почему. Кому навешать? Ложи! Так. Войска союзников атакованы. Задело? Здесь нельзя строить! Говорите. Улучшение завершено. Кто на новенького? До прибытия 1 минута. Ложись! Помощь нужна? К трудовым подвигам готова. Ваша остановка! Разработка завершена. Да все, хер ты подойдешь ко мне. Вижу, все по-взрослому. Ага. Минус 2 базы. Все это называется ГГ-изи. ГГ-изи! ГГ-изи! Ой, порадовали, ребята! Ой, порадовали, так порадовали просто. Ой, красота-то какая! О, вот там прям кабаншей. Ой, красота. Фух, да, это было весело. Ну что ж, вскоре продолжим. Так, ну что ж. Следующая карта. Опять такой состав странный. Какой-то не очень. Кажется, я этого чувака уже когда-то видел. Ну, все равно. Что-то противники не грузятся. Не очень хорошо. Не очень. Есть одна интересная мыслишка. Можно понапрягать эту базу. Хотя у них есть зерк. Зерк — это нехорошо. А протос... У них еще адепты. Адепты. Адепты у них еще мощные. Это значит, что... Они могут отбить мою атаку. Но если тут разложить танки и сюда накинуть либераторов, то можно отменить базу. Да. Но такие страты нужно сделать с напарником. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давай, я тут недостаточно минералов. Эй, 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 кто? Кто? Сука. Ну нет, ну не лагай. Ну я понимаю, лагать вызывает тут плохой FPS у всех. Я знаю. Мне это знакомо. Помоги с застройкой. С застройкой помоги. Я не понимаю. КСМ-ка поехал. Было бы следующий пускать. Хотя нет. Это именно там КСМ-ка, которая мне надо. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов.
Игра приостановлена. Теперь я понимаю, почему никто не любил, когда я стоял на паузу. Ребят, мне скучно. Ладно. Пина. Вот так неожиданно. Давай, удиви меня! Так, барак нужно бить. Так. Газ нужен, нужно больше газа. Режим готов! Один сюда. Брось в дороге! Снова срываем с газа. Чё тебе надо? А, окай. ТСМ готов. Он. Типа ладно. Я уже за... Газик, а? Ой, газик, золотишко. ТСМ заработает готов. Золото. Это классно. Вооружён, золото нам пригодится. Заранее ставим туретки. От злостных либераторов. Так, все. 400 минералов просрали. ТСМ готов. Успешно. Как тут у нас? Все хорошо. Все работает. ТСМ готов. Ага. Так, все славно. Недостаточно минералов. ТСМ готов. Недостаточно. Так, этот там строится. У нас уже база работает. База голдовая, бустится. Пристройка. Завершена. Это значит, нам нужны стимпаки, мародеры, танк. На танк у нас ни хера не хватает. Вообще ни хера, ни минералов, ни газа. Газ, минералы, все нам надо. Всего мало, все нам надо. Нам нужен буст экономический. Барак снизу. Это херня сверху. Ага, понятно. У него уже есть траектория. Требуется дополнительное хранилище. Ой, бля. Что стряслось? Хранилки надо. Ой, бля. Что происходит? Печалька. Заигрался. Требуется дополнительное просто пека. Танк на марше! Просто пека. Веселуха! Требуется дополнительное хранилище. Пристройка завершена. Может, либераторов? Не. Либераторы дорогие пока что для нас. Недостаточно виспена. ТСМ готов! Кому наверх? Еще одна база. ТСМ готов! Все прям четенько. Как, ребят, требуется? Ни хера тебе не требуется. Нет, требуется. Ебать! Я все просрал. Завершена. Разработка завершена. Разработки там какие-то завершены. Куда ли? И что теперь? Скорую помощь вызывали? Улучшение завершено. Пустаем. Улучшение завершено. Блин, завершен какой-то там. У меня горит очаг. Горит очаг. Давай-ка вот так вот. И, наверное, вот так вот сойдет. Кому навешать? Так, третья база у нас готова. Нам нужны сюда рабы. Недостаточно энергии. Ресурсов много. Танк на марше! Стройка нам еще одну. Близится освобождение. Либеры. Давай, удиви меня! Нужно подождать либеров. Без либеров лучше не сваться. Провожающие, покиньте салон. Проверяем наличие третьей базы. Вижу, все по-взрослому.
Призыв готов. Так, нигде нету. Славно. Вооружен и опасен. Разработка завершена. Разработка недостаточно виспена. Ага, понятно. Виспена мало, да? Будет вам сейчас виспен. Блять, руки, руки, руки. Что здесь с вами не так? Есть. Что здесь с вами не так? Сука, да куда я нажимаю? Есть. Только не говорите, что мне еще на клаву придется смотреть. Это ж вообще ужас. Позорно. Четвертый барак. Требуется дополнительный экстра сапплай. Разработка завершена. Водишь ты. Кому навешать? Требуется дополнительный кори. Посылайте подмогу! Мамка Кора? Или Мидгрел? Улучшение. Пристройка. Пидорасы! Как у меня горит очаг. База атакована. Трудовым подвигом готова. Просто очаг. Очаг горит, очаг бомбит. База атакована. На, сука, на. Вот просто получай. База союзников. Что мне будет? Или Митмуты. Месторождение минералов. Тима пидоров. Просто Тима пидоров. Сука. Ну да, это грелки. Ну да. Вот как мне это контр? Просто вот что мне делать с этим? Пидорас. Восьмая минута, лимит грелок. Лимит грелок. И мамка Кора. Ебать, пидорас. Пидорасня. План полета утвержден. Наши КСМ атакованы. Моя флотилия, понятно. Он изначально в это выходил. Кого тут принести свободу? Так, где тут голда? Проверить, у него еще голда? Просто проверить. У него голда или нет? Сюда покажу. А, нет, я там смотрел. Нет, еще. Командир! Мне просто интересно, со скольки базовых проверить. Скольки базовые опыты. Месторождение база атакована. Сыси, все. Здесь что-нибудь? У тебя лимит майка, да? База атакована. Блять, я все это время мог что-нибудь улучшение строить. Улучшение завершено. Циклон. Мне нужен циклон. Месторождение минералов выработано. Так, он, кажется, нас оттянет. Между прочим. Кому тут принести а экономику свободу? Я им в говно обсыраю. Отправляюсь на позицию. Ебать. Легко. Эй, сучки. Умереть не желаем? Нет. Жду приказаний. Вы меня догоняете? Полный вперед. Это как-то так. Как-то странно. Что-то они там догоняют, а не догоняют, я не понимаю. 100 минералов на. Система работает нормально. Циклон готов Циклон к бою. Готов к бою. Нам нужны торы, нам нужна стенка. Есть, нам сэр. Нужна стенка, нам нужна новая база. За дело. Внимание! Вас нужно полечить. Что происходит? Идет. Пристройка ага. Завершена. Как раз ты и нужен. Так, мне нужно бараки. Выкладывай. Бараки, бараки. Штучки. Здесь нельзя три. Строить. Да. Три штуки мне хватит. Да, да. Ой-ой, как у меня горит очаг просто. Еще мародеров всех просрал. Близится освобождение. Так, где мой медивак? Медивак. Собираю этого битого раба. Оп. И вези его сюда. На выход! Месторождение минералов выработано. Вот, вот это вот компашка. А, командир, жду приказаний. Говори. Отправляется в бой у нас. Время действовать. Запускаю двигатели. Он просто буду обсрать лицо. Да, во-во, дроп и все, вот это вот. Вот это вот гейство. Нам нужно больше гейства. Вот именно гейством мы их будем и тащить. Сейчас я вам прокси-базы буду строить.
Вот так. Войска союзников. Войска союзников атакованы. Ой, бля, это... А там опять лимит грелок. Улучшение завершено. А там опять лимит грелок. Ой-ой-ой. Выработано. Просто ой-ой-ой. Как у меня горит очаг. Нас спасут только даблгрейды. Даблгрейды. Сейчас я вызываю вас. Месторождение улучшение завершено. Это, блять, руки. Завершено. Месторождение минералов руки, руки, выработано. Руки. Что же вы делаете со мной? Ох, нихера себе там уверов. Знаете что, я вам просто уверов поубиваю. Время действовать. Месторождение просто потому, что я могу. Выработано. На, минус 3 овера, сосни. Пристройка завершена. Ожидаю. На, еще минус 3 овера. Еще тебе на, сука. Просто на. Теперь обоссы себе лицо. Ох, как они кучно. Я сейчас тебе все убью. Все нахуй. На! Просто басы сельцо. Командир, что тут освободить? На, блин. Как скажете. Теперь вот так я делаю для финала. Ой, бля, что творится? У нас дома говно. У нас дома все в говно. Так, циклон. Циклон. Так, как хорошо, что я прокси-базу себе сделал. Атакованы. Даешь разбой. Да, сэр. Системы работают нормально. Циклон готов к бою. Так, дома вроде бы отбились. Что у нас дома? Дома экипажу на... занять боевые посты. Что у нас творится? Ага, что понятно. Тут освободить? На. Улучшение завершено. Нахуй. И вот тут я тебя выебу. Скорее в атаку. Просто на, блядь. А! Чего пугаешь? Чё сейчас? Винду сносить. Винду, ну можно сейчас, хуль. Точно переустановлю, точно седровую, точно я все сделать смогу, да? Ну, я, скорее всего, ты все сделаешь. Так, ну, значит, как этот интернет, я помню, управление системе общим доступом, потом, что, настройки... Не, парень, включения. У меня больше денег нету, извини, умный. В смысле? То я своим. Ой, бля, уходим, я играю в StarCraft. На. Так, нам нужно больше баз. Нет, вы вниз уходите, вниз. Давай тогда переустановлю. А у меня это сохранится? Ну ладно, лучше... Не, перс у тебя не сохранится, но я хотел бы, чтобы твой ствол остался. Не, в смысле, не ствол, а... Не перс, а... Допустим, рабочий стол и все такое. А, рабочий стол? Не, рабочий стол у тебя тоже не сохранится, тебе нужно вручную. А, да ну ладно. О, господи, я могу сейчас убить мамку Кору, которая крафтится. Успею? Нет, не успею, меня убьют. Понятно. Всего, тут какой-то да. Пидорас играет в какое-то неведомое дерьмо просто. Чувак, мне всего-то надо будет найти свой рабочий стол с 861 картинки. Ну так это самое, так это ж не трудно сделать. Да? Они у меня все видел, как записаны? Так ты не понял, тебе нужно зайти в папку рабочий стол. Я не помню, она десктоп как-то так называется. Посмотрю. Так, диск C, да? Да. Сука, у меня одна база, и вторая строится. Наверное, пользователь, администратор, десктоп. Это в диск C юзере. Ну да, вот десктоп, нету ничего. Странно. Ну, эти потом сам. Может, все пользователи. Не, это нужно в название твоего компа. Ну, администратор, то есть я, да, это? Ну вот смотри, вот в меню пуски у тебя как написано? Блин, я забыл один файлик удалить. Вирусный. И чё он тебе сделал? Все очень плохо он тебе сделал? Нет, новых файликов я не заметил пока что.
Ну вот это вот, ты вот когда был? Так, мой союзник хорош, мой союзник, однако, неплох. Даты изменения, 26.01. А, у него база до хера, понятно. А ты что такое? Геймнет. А, ну геймнет, ладно. Ты что такое? Ох, когда... ты как, ты красиво работаешь, давай, убивай, убивай. Хера себе там всего. Давай, масс-маринад. Справится. 13 августа 2015. Да ладно, найду как-нибудь. Что найдешь? Свое рабочество. А. Ну, я тебе подскажу, я просто сейчас не могу, я просто играю. Mm-hmm. О, у меня еще тут база перелетела, так вообще за пупок. А может мне винду 10 установить? Ты чё, леший? У тебя, блин, более-менее это работает? Ты хочешь, чтобы у тебя еле-еле пахало 10? Не знаю. Я думаю, ты этого не хочешь. А может, хочу. Нет, ты этого не хочешь. Хочу. Просто обоссы себе лицо, сука. У меня есть новый воздушный сплэш-юнит. Это... Либератор. А теперь я просто иду на тебя, пидораса, кусок. О, ответ разработчиков. Шведские танки, дымовые завесы, отмена Чифтона, ребаланс Альфы. Чё? На ответ разработчиков. Ну-ка, интересно, что тут будет. Пиздец, тут такие геи попались. Просто таким гейством промышляют. Мне просто горит очаг. Так, у ладно, меня я сейчас горит очаг. Горит. Ну чё? Здрать, сука! Умирать! Твою мать! На, блядь! Обоссы себе лицо опять! Повторно! Уходим! Уходить! А то нам сейчас лицо обоссут. О, Господи Иисусе. Горит очаг у меня. Адский горит. Нет, тут. Ась. Так, у меня тут рабочие где-то остались. 300 минералов тебе, а жирно не будет? Ладно, держи. Торов мне, всего мне надо. Мне нужно много всего. Так, вот вы двое будете мне строителями. Один строит еще один этот, второй космопорт. Вот так вот. Больше маринада. Тихо. Чё, доп хранилки? Ты тихо, Виталик. Ась. Понял. На. Блядь, того. Прикинь, звонят мне, рассказывают, что из-за чего разбился чинук. Вот мне сейчас это надо. Я играю в StarCraft, снимаю, а он, блядь, мне звонит. А, так ты снимаешь, и меня слышно, блин. Да, не беда. Ладно, типа, всем привет. Ну да. Чё-то захотелось поснимать. Ну ты предупредил. Я не знаю, я тебе позвонил так не вовремя. Ну а что делать, если вот так вот получается? Ну ладно.
Так, о, он там рашит. Так, это я что-то завтыкал маленько. Мне тоже пора в бой. То я тут отсижусь, как крыса. У меня вообще грейды 3-3 на пехоту. Просто сейчас будешь обсываться. На, блядь. Просто обоссысь. Да, конечно, у тебя отлично получается меня убивать. Угу. Сука, вытащил таких адских геев. Ну не без помощи союзника. Союзник хорош. Понятия не имею, где у него база. Все, победа. Так. Ну что ж, а на этом я закончу, наверное. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.